Очередной состав прибывает на станцию МЦД «Химки». И пока пассажиры торопятся занять места в вагонах электровоза, на перроне появляется внушительная делегация из сотрудников самых различных ведомств. Администрации городского округа Химки совместно с РЖД, транспортной полицией, административно-пассажирской инспекцией на постоянной основе проводится комплексная работа по снижению непроизводственного травматизма на железной дороге. Упреждать случаи непроизводственного травматизма для этих специалистов стало уже делом привычным. И постоянно профилактическая работа дает убедительный результат, и пассажиры хорошо информированы, как именно нельзя себя вести на объектах РЖД. Нельзя в наушниках быть, ну, чтобы слышать все, и как бы в капюшонах и так далее нельзя находиться, ну, расстояние соблюдать, и нельзя толкаться. А еще нельзя прыгать через турникеты, курить на перроне и запрыгивать на платформы с железнодорожных путей, пытаясь уехать зайцем. Также, когда в оборудованном месте с сигналом светофора, на красный сигнал светофора, когда пассажиры переходят дорогу, также сотрудники транспортной полиции ловят данных нарушителей и, согласно законодательству, составляют административный протокол. Можно вам вручить листовки? Да. Как нужно аккуратно на железнодорожном транспорте вести, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Детей предупреждать, чтобы были аккуратны, если входят одни без сопровождающих. И, наконец, самое главное, этот рейд сотрудников профильных ведомств вполне тематический. Наряду с профилактикой возможных правонарушений пассажиров просвещали о правилах поведения на железной дороге. В первую очередь, конечно, школьников. И в преддверии нового учебного года юным пассажирам раздали красочные буклеты-раскраски, повествующие о том, как обезопасить себя при железнодорожных путешествиях. Владислав Грачев, новости Химки ТВ.